Нравится последний ингредиент, но я не знаю, как отреагируют на него селениты. Этот селенит сегодня не в себе. Я ничего не добьюсь от него, пока он в таком состоянии. Ключ, соответствующий моим способностям. Его Электричество, Верховный Правитель, рассмотрит твою просьбу. Thank you.
не работает. В этой машине нужно починить, по крайней мере, еще одну деталь. Машину нужно смазать. Работает. Работает. Ардан только что починил древнее лунное зеркало, с помощью которого можно посылать мощные световые сигналы. С тех пор, как наш герой улетел, телескопы земных обсерваторий направлены на Луну. Вскоре они замечают сигналы и отвечают, используя тот же метод. Быстро налажен диалог с помощью азбуки Морзе. Мой снаряд почти наверняка упадет в этот кратер. Мне нужно спуститься туда, определить место падения и забрать груз. Это все, что осталось от снаряда, посланного с Земли.
Мой снаряд почти наверняка упадет в этот кратер. Мне нужно спуститься туда, определить место падения и забрать груз. Этого у меня достаточно. Ты хочешь продать этот предмет? Ты хочешь... Ты хочешь... Ты хочешь... Ты хочешь... Ты хочешь... Ты хочешь...
Ты хочешь... Ты хочешь... Ты хочешь... Ты хочешь... Ты хочешь? Этого у меня достаточно. Thank you.
этого у меня до... Этого у меня... Этого у меня достаточно. Более сильное растение убило более слабое. В следующий раз, когда я попытаюсь скрещивать два вида, мне... Заклинило. Я вижу свой снаряд там, внизу. Я не могу подойти ближе из-за едкого дыма, но я должен найти способ передвинуть снаряд к космической пушке.
Мне нравится последний ингредиент, но я не знаю, как отреагируют на него селениты. Вернулся в нормальное состояние.
Вода течет направо. Вода течет налево. Вода течет направо. Вода течет налево. Стакан воды – лучшее средство, чтобы прочистить желудок. Нужно увеличить давление. Давление воды слишком низкое. Нужно найти способ увеличить его. Нужно увеличить давление. Теперь смысл надписи ясен. Смешай фрукты варации и фрукты гладиаты, дабы увидеть то, что скрыто. Другими словами, ты увидишь свет.
чувствую себя странно. Этот предмет... Нужно увидеть давление. Нужно давление. Давление слишком не нужно. Давление слишком низкое. Нужно отыскать способ открыть воздухопровод. Не работает. Нужно отыскать. Не работает. Нужно отыскать способ открыть водопровод. Давление нужно.
работает. Отлично. Существо успокоилось и больше не обращает на меня внимания.
только дверь открывается, лунное существо устремляется в отверстие и исчезает в глубине. Двери остались открыты. Должен ли я воспользоваться случаем и зайти внутрь? Или у этого существа столбняк, или оно крепко спит. Как только дверь открывается, лунное существо устремляется в отверстие и исчезает в глубине. Двери остались открыты. Должен ли я воспользоваться случаем и зайти внутрь? Или у этого существа столбняк,
или оно крепко спит? Как только дверь открывается, лунное существо устремляется в отверстие и исчезает в глубине. Двери остались открыты. Должен ли я воспользоваться случаем и зайти внутрь? Возглавляемые пастухом-изгнанники идут к снаряду. Едкий газ совершенно не беспокоит их. Они переносят свой легкий груз к пушке. Работа выполнена. Изгнанники бредут в стойло, а их пастух возвращается на свой пост возле спален. Мишель Ардан в полном одиночестве остается возле своего снаряда, который должен вернуть его на землю. Передние и боковые иллюминаторы не защищены, но я думаю, что они выдержат. Самое главное — защитить иллюминатор на корме, так как он более других уязвим во время взрыва при взлете. Thank you.
Взрывчатка на месте. Этого у меня достаточно. В этой бутылке находится дезинфицирующий лосьон. Стакан бы мне не помешал. Это не под... Стакан воды – лучшее средство, чтобы прочистить желудок. Это вино великолепно! Погиб Мишель Ардан, зайдя в шахту лунного лифта и предварительно не убедившись, что кабина находится перед ним. Ты хочешь... Это вино великолепно! Стакан воды – лучшее средство, чтобы прочистить желудок. Я чувствую себя превосходно.
Ты хочешь про... Этого у меня... Thank you.
Ты хочешь... Ты хочешь... Сейчас не... Этот предмет в слишком плохом состоянии. Thank you.
Ты хочешь? Ты хочешь продать этот предмет?
Ты хочешь продать... Ты хочешь... Ты хочешь... Ты хочешь... Ты хочешь... Ты хочешь? 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 Ты хочешь?
Ты хочешь? Thank you.
Этого у меня... Я вернулся в нормальное состояние. Сейчас. Ты хочешь?
ты хочешь... 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 Это был... Я чу...
Ты хочешь? Ты хочешь? У тебя в руках вставная челюсть Селеноса Первого. По нашей традиции я должен щелкнуть носоглоточным хрящом в присутствии этой священной реликвии. Готово. Ритуалы должны соблюдаться всегда и везде, ведь они основа и связующая сила нашего общества. Ты хочешь продать это... океаном. Неужели у тебя нет чувства меры, землянин? У тебя уже есть ключ третьего уровня. Все, на что ты можешь рассчитывать. Прекрати теребить эту кнопку. Тебя заинтересовала эта раковина, землянин? Это моллюск Бельбаб. Из исчезнувшего океана колыбели лунной жизни. Целую вечность назад волны перестали биться о его берега. Но в раковине моллюска Бельбаб до сих пор звучит их эхо. В ней заключена древняя мудрость, присущая всем живым существам. Вот почему она обладает такими свойствами. Поместив эту раковину рядом с моим слуховым каналом, я могу понимать любой язык, даже такой грубый, варварский и неблагозвучный, как твой. Так вот, почему ты понимаешь мой язык, но как тебе удается говорить на нем? Мой высокоорганизованный голосовой аппарат может с легкостью воспроизводить монотонные звуки, издаваемые человеческой глоткой. Конечно, нет. Она нужна мне для исполнения моих обязанностей.
Ага. Трупы лунных существ. Я в некрополе. Этого у меня достаточно. Thank you.
этого... Или у этого существа... Вот мой план возвращения на Землю. Передвинуть мой снаряд к космической пушке, зарядить пушку взрывчаткой. Вот мой план возвращения на Землю. Передвинуть мой снаряд к космической пушке, зарядить пушку взрывчаткой, прикрыть иллюминатор на корме с помощью прикрепленного болтами экрана, найти вещество, способное производить кислород, добыть калий для очистки воздуха в снаряде, поджечь взрывчатку. Ну что, друг мой петух, ты рад, что мы долетели до Луны? После удара, но с другой стороны, я могу обойтись и без них. Это машина. У меня хватит калия на обратный путь. Сейчас я не могу добраться до бака, но я заполню его после взлета. Thank you.
Это запирает воспламен... Передний боковой люк. Ну что? Это запирает. Это абсолютно достоверный факт. Первые полеты совершили первопроходцы, движимые мистическим чувством. Именно они создали первую космическую пушку в лунных горах. Довольно быстро они построили еще одну пушку на Земле, наладив таким образом регулярное сообщение между двумя планетами. Через несколько веков это занятие нам наскучило. Мы отбросили мысли о путешествиях и стали исповедовать изоляционизм, который пристал более взрослой цивилизации. В нашей истории ничего не говорится о вашем прибытии на нашу планету. Это неудивительно. Мы много дали людям, но они об этом ничего не помнят. Кажется, неблагодарность – врожденная черта людей. Ты очень невысокого мнения о нас. Мы пытались учить вас в эпоху путешествий. В те дни было очень модно держать человека в качестве слуги или домашнего любимца. Ваша ловкость и талант к подражанию забавны, но ваша врожденная жестокость никогда не позволит вам стать по-настоящему цивилизованными существами. Но когда я посетил один из ваших храмов, я обнаружил, что когда-то вы поклонялись земле. Это было еще до того, как мы обнаружили вас, землянин. Мы поклонялись вашей планете, когда она была недостижима. Наше религиозное рвение исчезло, когда эпоху путешествий сменила эпоха разочарования.
В настоящее время мы не тратим сил попусту и концентрируемся на исследовании мира внутреннего. Мы выходим из наших пещер, только если это абсолютно необходимо. Сам факт выхода на поверхность считается неприличным. Это запирает воспламеняющий механизм. Вернулся в нормальное состояние. Передний боковой люк. Ну что, друг мой петух, ты рад, что мы долетели до Луны? Мишель Ардан достиг успеха. Проявив чудеса изобретательности, он сумел самостоятельно покинуть Луну. Через 97 часов и 20 минут после старта путешествие Мишеля Ардана заканчивается красочным погружением в воды Тихого океана. Течение выбрасывает алюминиевый снаряд на берег таинственного острова, которого нет ни на одной карте. Мишель Ардан, полагаю? Да, это я. А с кем я имею честь разговаривать? Зовите меня Немо. Капитан Немо. Так судьба привела нашего межпланетного путешественника на тайную базу Немо, создателя прославленной подводной лодки «Наутилус».
Сможет ли Ардан убедить капитана отправиться вместе с ним в новое путешествие на Луну? Какие меры предпримут селениты для защиты своего безмятежного образа жизни? Быть может, вы узнаете об этом в следующем приключении.